Сегодня около 3 часов ночи на центральном рынке возник пожар. Горела камера хранения, где предприниматели складывали свой товар. В тушении было задействовано 4 пожарных расчета. В том числе привлекали силы исправительной колонии с поселка Зеленый. На место приехал и владелец помещения. Он считает, что причиной возгорания стал поджог. Почему это поджог? Потому что этот факт как бы установлен как таковой. Почему? Потому что есть место взлома, значит, решетки, значит, они перекушены специальным каким-то предметом. То есть место проникновения, как туда были какие-то вещества, туда были внесены, я не знаю, не присутствовало. Но то, что место взлома присутствует, и это, естественно, наводит на мысль о том, что был осуществлен поджог. Единственное, надеюсь, что справедливость восторжествует, и виновные будут наказаны. Следователи тоже предполагают, что был совершен взлом и поджог помещения. По предварительным данным, это был поджог, не возгорание, не электропроводки, не что-то еще, потому что было установлено, что в одном из оконных проемов, в которые все оконные проемы были, скажем так, оснащены решеткой металлической, имеется проем, который, скажем так, образован механическим способом. Предположительно, это перекусывание гидравлическими ножницами. Вот. И в ходе, скажем так, осмотра места происшествия, внутри, при осмотре пожарного мусора и вещей, которые там находятся, часть обгоревшего, была обнаружена часть ткани, у которой ощущался, скажем так, легкий запах ЛВЖ. На место приехали предприниматели. Они вытаскивали коробки, сумки, обгоревшие имущество. Ущерб пока устанавливается, но по предварительным сведениям он составит 1 миллион рублей. Сейчас возбуждается уголовное дело по статье 167 части 2. Умышленное уничтожение или повреждение имущества.